На территории моста работает тяжелая техника. Ходить по мосту теперь небезопасно. Жителям пока придется привыкать ходить по другому пути. Мост, соединяющий микрорайон с центром города, на сегодняшний день закрыт в связи с реконструкцией, строительством нового моста. Вот. Данный объект планируется к завершению в 2022 году. Вот. При планировании своих пешеходных маршрутов просим, если в центр города необходимо пройти, двигаться по улице Суворова. Там мы 2-3 года назад обустроили данный овраг. Доступ есть к населению. Когда наша съемочная группа находилась на месте ремонтных работ, несколько человек шли прямо по проезжей части. А это делать категорически запрещено. Айгуль Хусейнова, Артем Артемьев, БРТ.